День семьи, любви и верности отметили в Люберцах. Основной площадкой празднования стал Центральный парк. Так как покровителями этого праздника считаются православные святые Петр и Феврония Муромские, он начался с молебна. И обречите покой душам вашим, и к вам мое благо, и примой легко есть. Затем на сцену для получения благодарственных писем и подарков поднимались юбиляры семейной жизни, многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции. Как символ праздника, каждая пара получила букет ромашек. Традиции, они прививаются именно с малолетства, с малых лет, когда ребенок только появляется в семье. Он долгожданный, дети – это счастье. И вот это счастье, оно, чем его больше, тем, конечно же, счастливее семья. Поэтому я желаю каждой семье только быть самыми счастливыми, чтобы радость, улыбки, детский смех всегда был в каждом доме, чтобы примеры того, как мудро нужно поступать, как нужно учиться терпению. Терпение и семья – это неразрывно связанные синонимы. Вот это терпение и уважение, оно должно быть каждому человеку. Когда такое уважение есть, семья счастлива, семья крепка, и все у всех у нас получается.